В 99-й серии сериала «Красная зона», который вы сможете посмотреть в пятницу, 13 августа, вы узнаете о том, как Градов требует, чтобы мэр подписал приказ о закрытии ЦКБ. Волк жалуется Хлебникову на то, что в клинике не хватает персонала. Инга видит, как Кирилл и Настя целуются. Тем временем в городе происходит ЧП. В аквапарке обрушилась крыша. Пострадавших развозят по всем больницам. Выясняется, что дочь Карпенко была в здании в момент аварии, как и дочь мэра города. Хлебников предлагает Нарышкиной узаконить их отношения в ЦКБ. Проблемы с электричеством, из-за которых случается возгорание. Врачи в это время проводят серьезную операцию. Остановить ее нельзя. Кирилл застревает в лифте и получает отравление угарным газом. Его спасает Инга. Сотрудники пожарной команды узнают, что в клинике установлен кислородный концентратор.